Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о крещении в Духе Святом. Сегодня я хотел бы начать говорить о трех библейских принципах говорения на иных языках. Вернее, о трех принципах, которые говорят о том, что говорение на иных языках является признаком крещения в Духе Святом. Итак, принцип первый. От избытка сердца говорят уста. Смотрите, что говорит Иисус в 12 главе Евангелия от Матфея. Это 34 стих. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Очень многие критики говорения на иных языках, они говорят о том, что дьявол может использовать это для того, чтобы мы на незнакомом нам языке молились и произносили какие-то неправильные, нехорошие вещи. Чтобы проиллюстрировать вам принцип, о котором я сейчас прочитал, я хочу вспомнить одну историю. Однажды мы с одним братом из церкви везли на реабилитацию другого. Мы ехали в реабилитационный центр. Кстати сказать, по дороге этот парень все-таки сбежал, до конечной точки не доехав. И когда мы сели в электричку, он выматерился, потому что сиденье, куда мы должны были сесть, оно было грязным. И он тут же стал извиняться, он стал говорить: «Ой, извините, вырвалось случайно, извините, я не такой». И мой друг, мой брат, с которым мы вместе ехали, он сказал: «Послушай, дорогой, а ты можешь прямо сейчас выругаться по-китайски? Или просто сказать какое-то слово по-китайски?» Реабилитант сказал: «Я не могу выругаться». «Почему?» «Ну, потому что я не знаю китайского». «Вот-вот. Ты не можешь произнести слово по-китайски, потому что его нет ни в твоем разуме, ни в твоем сердце. И если бы сквернословие не жило в твоем сердце, то оно не смогло бы вырваться наружу». Другими словами, друзья, Иисус говорит о том, что то, что тебя наполняет, то, что наполняет твое сердце, только это вырывается из твоих уст. Если ты в раздражении, если ты наполнен завистью, если ты наполнен злобой, если ты наполнен всевозможными негативными вещами, из твоих уст никогда не вырвется благословение. Или это будет формальное благословение. На самом деле, от избытка сердца говорят уста. То, чем ты наполняешь себя, то проявляется в том, что ты говоришь. И когда тебя наполняет Дух Святой, когда Бог излил Духа Святого в твою жизнь, иные языки – это естественное движение Духа Святого. Когда Он тебя наполняет, из тебя начинают выходить слова Духа Святого.